Пекин раскритиковал Соединенные Штаты и Европейский Союз за нарушение правил Всемирной торговой организации. Речь о введении односторонних торговых ограничений в отношении Китая. В Китайском совете по содействию международной торговле заявили, что эти меры подрывают глобальное сотрудничество. Торговая напряженность между США и Китаем, а также Евросоюзом и Китаем в этом году обострилась. И Вашингтон, и Брюссель ввели дополнительные пошлины на некоторые китайские товары, включая электромобили. Мы считаем, что это односторонние меры, которые явно нарушают правила ВТО и оказывают негативное влияние на глобальную промышленную цепочку и сотрудничество в области цепочек поставок. Китайский совет по развитию международной торговли и Китайская палата международной торговли от имени национальной промышленности и деловых кругов решительно выступают против этого. По результатам опроса, более 400 ключевых предприятий с иностранными инвестициями, которые были проведены Китайским советом по содействию международной торговле, почти 60% респондентов считают, что политика центрального правительства в области иностранных инвестиций была благоприятной. 66,6% положительно оценивают меры местных властей. Существует прочный консенсус по приверженности китайского правительства повышению открытости экономики для мирового рынка. Мы торжественно призываем США и Европейский Союз уважать законы рыночной экономики и принцип честной конкуренции, немедленно прекратить свои противоправные действия и предпринять практические действия для поддержания многосторонней торговой системы, основанной на принципах ВТО, разрешать споры и разногласия путем консультаций и диалога, добиваться взаимной выгоды и беспроигрышных результатов, а также содействовать мировому экономическому росту.